Экстренное сообщение Управления гражданской обороны. Это не учение. Господи! Господи боже! Что за... Привет, я Эйден. Это началось 7 дней назад. В новостях говорят, это пандемия. Лучший способ выжить и не заразиться – полностью исключить все контакты. День 42. Я схожу с ума. Начинаются галлюцинации. Эйден. Я вижу всякое. Я встретил девушку. Я уверен, она настоящая. Я могу ей помочь. Привет. Спасибо тебе огромное. Мы выберемся. Должны быть другие выжившие. Ты, похоже, голодный. У тебя кто-то от этого умер? Я не знаю. Ты кого-нибудь убил? Я тебя вытащу. Как? Если я останусь, я умру. Придется простить то, чего простить нельзя. Нет! Мне жалело. Пожалуйста, возвращайся. Может, найдут лекарства? Дом Z.